Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Наталья Шадрина. В сегодняшнем видео вы узнаете, как легко и просто можно пользоваться голосовым блокнотом. Я таким блокнотом пользуюсь для написания постов или какого-либо длинного текста, который нужно написать. И я пользуюсь именно голосовым блокнотом, чтобы зачитать текст, и он сам перейдет именно в печатный текст. Переведется. Этот сервис, которым я пользуюсь, ссылку на этот сервис, вы получите внизу видео. А сейчас посмотрим, как это работает. Мы спускаемся вниз в этом сервисе и находим вот такое вот окошечко. Здесь нужно будет включить запись и наговаривать этот текст. А здесь этот текст у нас как раз и выйдет. Ну что ж, давайте начнем. Включаем запись. Зимняя экскурсия. Заглянем на Роза Хутор. Точка. Если ты не был в горах и не видел горных вершин, запятая, если ты ни разу не стоял на горных лыжах, запятая, посмотрев этот репортаж, ты сможешь оказаться среди увлеченных горами людей. Вот так и мы. В своей команде «Миллионеры 18» увлечены своим делом. Присоединяйтесь к нашему квесту «Ютуберы чудят». Здесь вы найдете ссылку «Отключаем запись». Наш текст готов. Сейчас вы можете поработать еще дополнительно с этим текстом. Поставить кое-где знаки препинания или что там у нас не получилось. Но в принципе все уже готово. Вы его копируете и вставляете в свой пост. Вот точно так же можно любой текст наговаривать, и у вас он выйдет именно в печатном варианте. Если вам было интересно и полезно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Наталья Шадрина. Всего доброго и до новых встреч!